Сборная России по футболу готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии. Встреча пройдет сегодня вечером на стадионе Короля Бодуэна в Брюсселе. В мировом рейтинге FIFA бельгийцы занимают первую строчку. Россияне на 50-й позиции. Капитан сборной Артем Дзюба говорит, что команда готовится к серьезной схватке. Тут, мне кажется, больше зависит даже не сколько индивидуально, сколько от командных действий. Если мы сумеем быть единым коллективом, как это нам удавалось на чемпионате мира, и мы хотим продолжать этот посыл, то у нас есть шансы с любым соперником. Еще раз повторяю, мы прекрасно понимаем, что бельгийцы – это топ-команда и фаворит, но мы никого не боимся. На чемпионате мира в прошлом году Россия едва не вышла в полуфинал, обыграв в том числе Испанию. Теперь, несмотря на низкий рейтинг команды, в тренерском штабе бельгийской сборной говорят о россиянах как об опасных соперниках. «Россиянам даже не нужен мяч, чтобы создать вам проблемы. Я думаю, мы имеем дело с командой, которая умеет разворачивать игру так, как ей хочется. У них превосходные контратаки. Это команда, которая очень быстро создает опасные моменты и очень быстро переводит мяч в вашу штрафную». На матч с Россией Бельгия выйдет в ослабленном составе. После медосмотра тренер решил вывести из стартового состава нападающего Ромелу Лукаку. Кроме того, игру пропустит защитник Тома Мюнье и полузащитник Муса Дембеле.